отличный нападающий. Ты вот сказал, на самом деле 6 заброшенных шайб в последних 6 сыгранных матчах у Еси Йоэнсу. С учетом того, что он всего забросил 7. Действительно великолепный результативный отрезок получается у этого нападающего в последних играх. А вот сейчас смог измениться счет в этой встрече. Отскочила шайба в конек Антона Бурдасова. Далековат, как показалось, Линдбек выкатился из ворот под бросок соперника. Но вот тонкие такие настройки обновили тренеры в перерыве. И вот, пожалуйста, момент. И вот, пожалуйста, гол. Линдбек все-таки не в своей тарелке. И сейчас просто дарит он шайбу Марченко. И он этим подарком воспользовался. Кирилл Марченко, самый результативный игрок СКА в последних 5 встречах. 2+3 было у него в последних матчах. И именно Марченко открывает счет сегодня. Неплохо отборолись армейцы за воротами соперника, вернули шайбу себе. Там Бурдасов молодец, а здесь просто великолепная передача, но Кемпайнен свою результативную серию продлить не сумел. Спасает Линдбек свою команду, и вот в этом как раз весь шведский страж ворот финской команды. Умопомрачительное спасение – это к нему, но и результативные ошибки – это тоже, к сожалению, к нему. Владимира Эдуардовича Ткачева поменяли флаг. Толванин привозит, но бросить ближний ему не дают. Более того, Толванину больно после столкновения с бортом. По броскам створ подравнялись команды. У петербургцев по-прежнему получается один бросок за все время второго периода, но при этом там очень приличные цифры контроля. Бросал здорово, поднимал шайбу над плечом Хельберга в дальний верхний угол ворот СКА, но, может, просто сильно сблизился с воротами. Ну и сегодня потихонечку-то, на самом деле, даже во втором периоде моменты начинают создавать очень неплохие у ворот Линдбека. Так, может, их немного, но зато они достаточно качественные. А вот момент, и сравнивают финный счет, контратака и Хапала. И тожит усилия партнеров. Мяя на лайне, но уже не в первый раз по ходу второго периода. Отличную, точную передачу партнеру под бросок отдает. И вот качество этой передачи приводит к тому, что партнер стреляет по неготовому полностью к этому броску Хельбергу. И на этот раз габариты ему не помогли. Ух, хорошая комбинация и бросок по воротам. Хельбергу было непросто. Здесь даже дело не в качестве броска, а в том, что двое соперников еще неслись на него. И когда один из них ест Йоэнсу, тут хочешь не хочешь, а немножечко так подсознательно думаешь вообще о здоровье, о своем собственном. И Йокерит шайбой в своей зоне, конечно, добежать за 8 секунд можно. И Грант попробует это сделать. Более того, у него получается бросок по воротам, и Хельберг срывает аплодисменты трибун. Последнее спасение остается за ним в этой встрече. Вторая попытка армейцев. Ух. Еще и поймал. Да. Как поймал тоже. Здесь, двигаясь слева направо, заставил опуститься Алинберга на лед Владимир Ткачев. Но просто пространства там не осталось, видимо, для того, чтобы бросить, поднять шайбу. Йоэнсу. Вот это Йоэнсу сейчас сдал. Павел Дацук, думаю, одобряет. Со счетом 4-2 Йокерит с великолепной реализацией побеждает в буллитной серии и впервые за долгое время побеждает СКА вообще, ну и впервые в истории побеждает в серии буллитов.